Всем привет! Рада, что заглянули на мой канал. Это канал «Вопросы женские». Сегодня для вас мотивация на уборку. Я весь день думала, что же я для вас сниму. Мы полдня провели в Кронштадте, в Новом парке. Об этом видео выйдет на другом канале, который называется «Куда пойти с детьми». И потом у нас был длинный тихий час, и пришли гости. Вопрос, что же снять и когда, не покидал меня ни на минуту. И вот когда гости ушли, стало понятно, что дети, которых было всего лишь трое, перевернули квартиру вверх дном. Больше пострадала детская комната, но и кухня, и наша спальня тоже. Я пытаюсь разгрести остатки игрушек, вытащить из нашей комнаты. Повсюду мелкий виноград, даже где вот не видно будет, все равно виноград повсюду, он растоптанный. В общем, дети были всего лишь часа, наверное, даже три, не больше, даже, может, 2,5. И просто что произошло с квартирой, это нереально. Мы частично были с ними, но частично и пытались уйти. Поэтому мне сейчас предстоит все это быстренько убрать. А вот это тут они поиграли. Вы видите, перемешано абсолютно все. Честно, я в трансе. Времени почти 10 вечера было. Ну что, приступаем. Вначале я хочу помыть посуду, потому что пока раковина грязная, мне как-то вот не свободно дышится. Но тут мои планы, конечно же, меняют дети, которые хотят кушать прямо в этой грязи. Мне приходится все бросить и убирать стол. Вот этот чудесный виноград. Дети просто давным-давно его не видели и почему-то набросились, как будто не видели никогда. Моя задача все отмыть. И старший сын в это время у меня будет купаться в душе. Что из этого выйдет, вы увидите в конце. Кстати, в этом видео я хочу показать вам свои тарелочки, похвастаться. Их я привезла из поездки по Евротуру. Мы ездили со старшим сыном в 2012 году. Я купила их в Люксембурге, две большие, одну маленькую, на барахолке, можно сказать, на таком рынке, где расстелено все по асфальту и продают люди штучный какой-то товар, залежавшийся, который им не нужен. Вот эти тарелочки мне очень нравятся. Я забыла их повернуть. Поверну чуть-чуть попозже, посмотрите производителя. Вот эта тарелочка куплена в этом году. К ней есть пара. Еще глубокая такая же тарелочка. Они мне очень-очень нравятся. Ну что, продолжаю. Все время, кстати, раньше меня тревожил такой вопрос. Мой телефон переполнялся, и я не могла никак свободно им пользоваться. И вот сейчас моему телефону где-то 3 недели.
Я без конца снимаю видео на 5 каналов своих, ну, может быть, на 4. Описание внизу под этим видео вы увидите ссылки на эти каналы. И я ничего не удаляла. В то же время я в телефоне монтирую видео в Mavavi Clips. И это тоже все сохранялось. И сегодня впервые, когда вот я мыла эту посуду, мне приходилось прерываться, потому что заполнились 128 гигабайт моей памяти. Я немножко понервничала и продолжаю вам снимать. Пока я мыла посуду, на пол, и все залито чуть ли не специально водой, не знаю, с открытой дверью мылся или с закрытой, и мне приходится добавить еще и мытье пола в свою вечернюю непредсказуемую внезапную уборку. На этой радостной ноте я заканчиваю свою мотивацию. Посмотрите, здесь я просто сгребла все игрушки в кучу. Завтра мы будем это сортировать. Это будет дополнительная мотивация для тех, кому будет интересно. Я не смогла уже убирать. Уже поздний вечер. Младшая самая купается одна в душе. Я доубирала, домыла. И средний сын просто упал и уснул. Вы видите, я снимаю со светом, ему ничего не мешает. Всех люблю, всех целую. Поставьте лайк, кому понравилось это видео. Пока-пока. Следующее выйдет в 7 утра завтра.